Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня на обзоре свежий майнер OmniPol. Здесь можно майнить Tron, DigBoot и Binance Coin. Ну, как всегда, самое оптимальное — это Tron. Ну, вот так вот он выглядит. Давайте переведем на русский язык. Посмотрим, что он нам предлагает майнинг пул. Значит, здесь у нас можно прочесть наши преимущества. Вам не нужно тратить много капитала на покупку оборудования. Ну и так далее. Это, значит, прозрачность, скорость сервера, лучшая доходность. Значит, часто задаваемые вопросы по минимальным вложениям. 75 3x для майнинг Tron, 450 дигбута. Ну, это всего составит около $5. Но Binance там много вкладывать надо. И это не инвестиционный, друзья, проект, так что не забываем о рисках. Все инвестиции в интернет — это всегда риск. Как долго действует пакет? 30 дней. Комиссия за транзакцию 2-3x трона, 10 дигбута и 10 центов в долларах. Значит, минимальный вывод у нас идет в тронах от 15 трон и от 90 дигбута и около $1. Партнерская программа 10%. Так, я только зарегистрировалась. Я кликнула, перейдя по ссылочке на Tron. Меня перебросило на страничку. Регистрация и авторизация одинаково. Прописывайте Tron адрес. Я с Tron линка прописала и прописала пароль старт. Я попала в кабинет. Значит, при регистрации один вот этот, одна мощность, как ее тут правильно назвать, в подарок идет, и в день 1,5 монеты. Я понятия не имею, без вложений даст вывести 15 трон или нет. Это я не знаю, друзья. Значит, после того, кого заинтересует проект и решит присоединиться, у вас здесь будет надпись вверху «Подтвердить имейл». Значит, вы переходите вот сюда на аккаунт. Ну, его как? Чисто вот здесь в настройках прописать. Потому что, если что, надо будет задать вопрос, нужен будет имейл-адрес. Сюда прописывайте имейл-адрес действующий. Прописывайте пароль, указывайте, который при регистрации, так как я пробовала, у меня не проходило. Я вот все пароли прописала. Я указала здесь, прописала пароль, который указывала при регистрации. Этот же пароль прописала здесь. И этот же пароль, как бы, здесь. И нажала «Сохранить». Далее ниже партнерская ссылочка реферальная. Далее опять переводим на русский. Здесь что у нас? Будут отображаться наши партнеры. Далее здесь партнерский заработок. Депозит я еще ничего не вносила, так как я буквально пару минут зарегистрировалась. Это вывод и ожидающий, как бы, обработка. Приборная панель. Значит, здесь, когда будет... Видите, все сбивается, когда на русский язык я перевожу. Вот. Так, давайте обновим страничку. Значит, когда... Вот видите, у меня майнится монетка. И будет минималка. Естественно, я сделаю вывод. Кликну сюда. И здесь написано минимум 15. Максимум 50 тысяч. Сюда пропишу сумму и вывод.
Это по выводу. Теперь то, что он нам предлагает, пакеты какие. Значит, смотрите, минимальный депозит здесь 75 3x, если будете вносить не больше, не меньше, именно 75, как написано, 4 3x в день, 150 профит, пакет работает 30 дней. Далее здесь 150 3x, 300, 600, ну и по нарастающей. Я возьму, вот, естественно, за 75. У меня один. Значит, кликаю. Бью. Сейчас меня перебросит. Значит, что у нас здесь пишут? Опять на русский. Значит, инструкция. Отправьте ровно 75 монетрон на указанный адрес. Вот он адрес этот. 10 подтверждений, необходимых для принятия вашего платежа. Так. И вот тут время, сколько у меня есть времени для оплаты. Вы можете еще QR-код какой-то, но я им не пользуюсь. Значит, я и... Так. Завершение покупки. Ставлю я на оригинал обязательно. И копирую вот этот адрес аккуратненько. Перехожу в TronLink. Send. Проект работает 6 дней. Так, проверяем. И вставляю сумму 75. Отправить. Проверяю. Вот они, мои 75 монет. Я их отправила. Все. Теперь нужно подождать, когда они поступят на баланс. Я поставлю на паузу, подожду. Это не должно занять долгое время, как бы. Через несколько минут платеж появится, как бы, вот здесь в кабинете. А пока пауза. Значит, смотрите, я депонировала 75 монет. Они еще не поступили. Где их посмотреть? Они уже здесь. И, как было написано, нужно 10 подтверждений. Вот здесь вкладочка «Аккаунт». И вот «Пейдинг» в обработке, да? Вот они, мои монеты. 75 монет. 28.07.75 3x. В обработке, как бы, да? Ждут своего часа, скажем так. Но они уже как бы в кабинете. Пройдет 10 подтверждений, придет, и они у меня появятся вот здесь на домашней страничке. Вот. Отобразятся. Значит, здесь выплаты. Последние, как бы, тут последние выводы 10. Выводы вот по 18-15 в основном люди выводят уже. Так, и контакты. Если какие вопросы возникнут, значит, здесь пишите имя, email адрес, что вам, какой вопрос, тема типа того, и пишите, что у вас какой, и отправляете. Вот такой вот майнер. Кому интересно, заходим. Зарабатываем. Мне интересно, друзья. Проходим мимо. Ну а по выводу я запишу отдельное видео. Естественно. Не забываем о том, что любые инвестиции в интернет — это всегда риск. Я рискую своими монетами, деньгами. Ну а вы же смотрите сами, друзья. Всем удачи, всем пока.